Доброе утро, народ. 8 часов утра, и мы идем в зал. What's up, nigga? Мы закончили нашу тренировку, у нас сегодня были ноги, потому что у меня немножко рука болит. Короче, убили конкретно, я пару раз чуть не... Да, we do it in Washington. Да. Ребята, хотите заниматься? Звоните, так, учитесь. Так занимаются настоящие пацаны в Америке. Мало кто знает вообще, но Сережа тот человек, который, может сказать, привел меня в этот спорт, не знаю, это было лет 5-4. Да, так. 4 года назад он приехал в Молдову, и мы с ним тогда первый раз пошли в зал. Он сидел в комнате, играл гитару, и говорю, что ты время тратишь, давай в зал пошли. Что ты занимаешься этой ерундой? Пошли в зал. И мы пошли в зал, и мне понравилось, и с тех пор я продолжаю заниматься. Так что, круто. Серега классный пацан. Flex the biceps. Get ready for a show, baby. Он тоже сейчас готовится к соревнованиям. Мы пожелаем удачи, чтобы он порвался. Ребят, не забывайте качаться и правильно кушать. Итак, у нас намечается тут серьезная вечеринка. Нам нужно закупить льда. Очень много льда. Между нами тает лед. По такой технологии в Америке охлаждают квас. Записал. Где? Да. Оп. Мен! Идет процесс на съемку? Да. Главный диджей в студию. Диджей Серега. Запускай аппаратуру. Да. Два главных кочегара.
Сегодня в Америке праздник под названием Memorial Day. Это что-то типа нашего 9 мая. Видите, мы здесь собрались, куча народу, кто-то играет в волейбол. Кваса налили. Квас. Квас, это самое главное. Кто-то волейбол, футбол. Ребята, этим, ребята, мы этим детям поставили тут разные качельки. Да, и нажарили 100 килограмм мяса. Кошерный квас. Кошерный квас. Что за детские ворота у вас на футболе? У нас ставят там 5 на 5 такие. Это американские. Американские. Это ворота для хоккея, не для футбола. Большие используют. У нас все профессионалы, даже дети. Даже дети. О, учить вас надо, учить вас надо. Американцы, американцы. Чтобы у тебя на свадьбе был самый красивый. Ты или я? Я. Ты! Ты не самый главный. Ты не самый главный, да. Тетя Наташа нас постригла, чтобы мы были самые красивые на свадьбе. Все нормально, да? Когда ты же... А? Ты лось. Когда женишься или выходишь замуж, то приходится ходить по таким магазинам подобным. Но это не про себя, а про Серегу. Ты не ходил вот до женитьбы по таким магазинам. Семейная жизнь испортила тебя. Был нормальным пацаном, а стал не знаю кем. Ходит теперь люстры выбирает. Мне, пожалуйста, вот тот стул. С самого верха, пожалуйста. Йосеп Мигит. В Америке все уважающие себя пенсионеры не берут машину с объемом двигателя меньше 5 литров. Окей, let's go. Идем все. Давай, вы идите, люди. Шо? Стартуй. Колеса как на мотоцикле. Вик, давай. Садись, прокачу. Nice. Вкуши. Что это? Что это такое? Как я раньше жил без этих штук? Не могу представить. Специальный стульчик, который ставится перед унитазом, чтобы ваши ноги не стояли в воздухе. И вы могли делать пипи или кака, и вам ничего не мешало. Короче, чтобы вы поняли, как это работает, сейчас вам покажу наглядный пример. И вот так вот это работает. Гениально! Не подождите, не надо. Why? But why do you think this is black?